Уважаемые коллеги, если, как уже сказала Татьяна Викторовна, какие-то проблемы со звуком, то, пожалуйста, пишите в чат. Если все замечательно, то давайте плюсики ставить не будем, чтобы не застарять чат. И опять же, хотелось бы напомнить, что если есть какие-то вопросы, давайте мы будем отправлять в папочку вопросы. Но это то, что касается немножечко организационных наших моментов, чтобы я ваши вопросы не потеряла. Ну, напомню еще разочек нашу тему. Это адаптация к дошкольному образовательному учреждению, диагностика, работа с родителями и педагогическим составом. Ну, сегодня вкратце я расскажу вам об адаптации и моментах, что же должен делать в первую очередь психолог. Ну, можно сказать, не то, что в первую очередь, но психолог – это тот человек, который помогает ребенку адаптироваться именно в учреждении. Еще очень большая роль – это, естественно, родители и педагогический состав. Психолог является как бы медиатором в момент адаптации нашего ребенка к дошкольному образовательному учреждению. Что касается нашей сегодняшней презентации, да, адаптация к дошкольному образовательному учреждению – это как бы первая ступень, когда ребенок адаптируется к определенному социальному учреждению. Поэтому от этого тоже будет зависеть потом и адаптация к школе, адаптация к вузу и так далее. Это тоже очень такой весомый факт, весомый аргумент, да. Но давайте начнем с вами с того, что можно выделить два направления в изучении проблемы адаптации дошкольников к условиям дошкольного образовательного учреждения. Да? Первое – это, о чем мы с вами тоже сегодня поговорим, особенности протекания периода адаптации. Это то, как проходит наша адаптация, да? Факторы и механизмы, влияющие на продолжительность и характер адаптации. А почему мы рассматриваем факторы и механизмы? Да, если мы знаем, что у нас влияет на адаптацию, что способствует положительной адаптации, да, более легкой, то, естественно, мы делаем это для детей, для ребенка, для группы, и наша адаптация проходит намного быстрее и намного легче. Ну, давайте разберемся с вами, что же такое, в общем, адаптация. Немножечко теории мы сегодня с вами рассмотрим. Под адаптацией принято понимать способность организма приспосабливаться к различным условиям внешней среды. Соответственно, здесь у нас внешняя среда – это наш детский сад, и под адаптацией к детскому саду мы понимаем возможность и способность нашего ребенка приспосабливаться к различным условиям нашего детского сада. Что касаемо социальной адаптации. Социальная адаптация – приспособление человека к условиям новой социальной среды. Это является одним из социально-психологических механизмов социализации личности. Что касается нашей самой адаптации, выделяет несколько стилей. Да? Первый – это творческий стиль. Что у нас здесь? Здесь у нас человек старается активно изменять условия среды, приспосабливая ее к себе и таким образом приспосабливается сам. Да? То есть здесь идет как бы интеграция, включение не человека, а именно изменение самой среды. То есть я делаю себе хорошо, немножечко меняю себя, но при этом в основном я меняю среду, да, меняю всех окружающих и всех остальных. Следующее – это конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно принимая все требования и обстоятельства окружающей среды. Да, здесь он ничего не делает, но надо, значит надо. И человек продолжает существовать и жить именно в окружающей среде, ничего не меняя. И следующий, третий стиль адаптации – это избегающий стиль. Здесь человек пытается игнорировать требования среды и не хочет или не может приспосабливаться к ним. Да, здесь у нас идет не изменение не себя, неизменение среды тоже не происходит. Это у нас с вами
избегающий стиль. А следующее, что мы с вами рассмотрим, тоже кратко. Характер поведения в адаптационный период зависит от возраста детей. Да? Мы начнем с самого младшего возраста и потом перейдем немножечко постарше. Дойдем с вами до яслей. Да? До 5-6 месяцев дети сравнительно легко переносят перемену. Объясняется это тем, что у ребенка динамические стереотипы поведения находятся только в стадии становления. Но дети 5-6 месяцев тяжело адаптируются, если нарушается способ вскармливания, а также изменяется температура в помещении. Немножечко отступлю, почему мы с вами сейчас возьмем совсем младший возраст, потому что именно уже начиная с этого возраста можно отслеживать тот момент, как ребенок будет адаптироваться у нас в детском саду, да, поэтому мы возьмем немножечко пораньше. Следующий возраст – это возраст 6-9 месяцев. Здесь дети болезненно реагируют на разрушение таких устоявшихся привычек, как сосание соски, пустышки, укачивание перед сном, длительное пребывание на руках у взрослых. Да? Зачастую у нас наши мамы к 9 месяцам, ну, естественно, уже немножечко устают, допустим, носить ребенка на руках. Он уже и по весу начинает набирать вес, да, и она, мамочка, решает резко прекратить ношение на руках, да, и длительное пребывание ребенка. Естественно, это будет очень большой стресс для ребенка. Это мы резко не делаем. Естественно, мы начинаем делать это постепенно, точно так же, как если вы решили отучить ребенка от соски, то возраст 9 месяцев, 6-9 месяцев – это не удачный, не совсем удачный возраст. Следующий возраст – это у нас 10 месяцев до 1,5 лет. Здесь у нас дети трудно переносят расставание с близкими, отказываются от контакта с незнакомыми взрослыми и детьми. Здесь у нас ребенок уже более отчетливо понимает, кто свой, кто чужой. И как к кому относиться, да, здесь уже он чужих людей начинает немножечко бояться. Сон их становится прерывистым, беспокойным. Если нарушается момент адаптации, то прием пищи точно так же нарушается. Ребенок может начинать отказываться от кормления, да, во время приема пищи может быть даже возникать рвотные позывы. Причем ребенок это делает не специально, это реакция организма. Да? Разрушаются ранее приобретенные привычки. Допустим, если у ребенка есть такие моменты, есть группы раннего, совершенно раннего развития, где деток могут отдавать там, в 1,5 года и раньше. Здесь, если ребенок до этого просился на горшок, да, то в момент адаптации он может перестать это делать. А речь затормаживается, если ребенок говорил, разговаривал, тараторил даже, ну, вот на своем языке, естественно, но он останавливается и может не говорить вообще. Также могут встречаться случаи, да, когда вот в эти наши ясли, группы раннего развития, приводят деток, оставляют там на несколько часов, и воспитатель начинает говорить о том, что дети не ходят, а ползают, да, начинается как бы такой регресс, и могут, допустим, возникать повышение температуры, расстройство желудка, изменение цвета кожных покровов, да, ребенок либо сильно красный, либо сильно белый. Это то, что касается раннего возраста нашего, да, и то, как могут вести себя дети. Уже в эти моменты мы можем определить, как ребенок у нас будет реагировать на адаптацию в детском саду. Поэтому мамочкам, ну, родителям в общем, да, следовало бы именно отмечать эти моменты тоже, когда мы оставляем с кем-то детей в определенном возрасте.
потому что это нам поможет в дальнейшем при адаптации к детскому саду. Группы детей по характеру различий в поведении и потребности общения. Да, у нас выделяется три группы, и сейчас мы с вами каждую из этих групп рассмотрим. Первая группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими взрослыми. Они переживают, расставаясь с ними, и много плачут. Да? Здесь это не говорит о том, что ребенок у нас просто истерит. Да? Здесь особенность именно ребенка. Адаптационный период у детей длится у таких от 20 дней до 3 месяцев может длиться. Да? А вторая группа – это дети, у которых имеется некоторый опыт общения с незнакомыми людьми. Период адаптации их проходит в два этапа, то есть второй и третий сразу. В этапах мы с вами тоже поговорим. Да? Здесь они уже общались с незнакомыми людьми, и адаптация у них проходит быстрее, естественно, и длится от 7 до 10-20 дней, да, от 1 недели до 3 недель. И третья группа – это дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных действиях, в общении со взрослыми на познавательные темы. Эти дети привыкают в течение 3-10 дней, да. Опять же, если наша адаптация, вот первая группа это до 3 месяцев, да, если адаптация длится больше, чем полгода, да, ну, до полугода еще это не то, что совсем норма, да, норма это 3 месяца, а если полгода, то уже спустя полгода следует обратить внимание, да, следует как бы уделить этому ребенку особое внимание, да, естественно, в момент адаптации мы уделяем всем детям внимание, но если у нас полгода ребенок не может адаптироваться к детскому саду, этому ребенку нужно прям очень интенсивная, и не только ребенку, родителям интенсивная помощь. А что же влияет у нас на процесс адаптации? В момент адаптации, да, достигнутый уровень психического и физического развития, да, здесь не совсем важен возраст, а здесь именно важен уровень развития, да, то, как физически развит наш ребенок и насколько он психически подготовлен. А следующий момент – это состояние здоровья. Почему? Мы все знаем, да, что когда у нас начинается адаптация, зачастую детки начинают часто болеть. Поэтому состояние здоровья тоже очень важный фактор. Если у него хороший иммунитет и на это накладывается адаптация, то какие-то заболевания могут просто пройти мимо. Да? А если это у нас уже болеющий, часто болеющий ребенок, да, то адаптация будет, естественно, проходить хуже. Наталья Евгеньевна, подскажите, вот пишет, что нет звука у всех, или, наверное, нужно просто перезайти. Так, звук есть, все, спасибо, Татьяна Викторовна, извините, что отвлеклась. А следующее – это степень закаленности, да, если ребенок у нас привыкший ко всему к этому, то, естественно, не возникает у нас проблем с адаптацией. И сформированность навыков самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками. Да? Очень часто мы слышим, что должен уметь ребенок, идя в детский сад. Да? Но, естественно, он нам ничего не должен, но лучше бы, если ребенок умел уже, ну, держать ложку, да, кушать, надевать какие-то вещи самостоятельно и ходить, естественно, на горшок, да. Но ребенок, опять же, напоминаю, нам ничего не должен, да. И если есть навыки коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, если он до этого общался уже и со сверстниками там на детской площадке, со взрослыми, не только со своим
узким кругом, ну, со своей семьей, да, то ему, естественно, будет легче адаптироваться, легче войти в детский коллектив. Опять же, личностные особенности самого малыша, уровень тревожности и личностные особенности родителей. Что касаемо родителей, здесь хотелось бы отметить тот момент, это нужно проговаривать родителям, и ну, воспитатели должны говорить об этом, и психологи, естественно, должны говорить об этом. Если мама, по большей части мама, не отпускает ребенка в сад, просто лично не отпускает ребенка в сад, да, эмоционально она его не отпускает, то адаптация у ребенка, естественно, будет проходить намного хуже. Как бы это ни было, как бы это ни звучало, но, естественно, дети очень сильно эмоционально связаны с мамой, папа не так сильно влияет, но есть детки, на которых влияет тоже сильно и папа, но по большей части это мама влияет на адаптацию ребенка в саду. И нужно объяснять маме, что если вы не отпускаете ребенка, то, соответственно, ребенок будет сложнее адаптироваться. Это нужно отмечать и помечать родителям. Следующий эмоциональный профиль, да, какой же эмоциональный профиль у нас вызывает адаптация? Первое – это отрицательные эмоции. Как правило, это важнейший компонент эмоционального профиля, встречающийся в основном у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организованному коллективу. Да? Естественно, если у нас начинается вхождение ребенка в группу, да, коллектив, зачастую уже сформирован, и туда добавляют новых деток. Да? Как же он проявляется? Обычно он проявляется от еле уловимых до депрессии, да? Напоминающий собой плен. Следующий момент, какие у нас эмоции вызывает адаптация, это страх. Обычный спутник отрицательных эмоций, их сослуживец, да, компаньон и друг. Навряд ли удастся встретиться с ребенком, который не испытывал хотя бы раз во время адаптации страх к детскому саду. Да? А малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем видит лишь скрытую угрозу для своего существования на свете. Да? А если это мнительный и тревожный ребенок, то, естественно, это у него начинает проявляться в более острой форме. Да? Более остро это все у нас показывается. Следующий момент – это у нас гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который вырывается наружу. Он может быть написан на лице. В такой момент малыш, словно маленький агрессор, пантера может прыгнуть на обидчика, отсваивая свою правоту. Да? Очень часто у нас детки, приходя в детский сад, начинают агрессировать, да, выплескивать свой гнев на окружающих, да, на свой коллектив. На детей это может быть, а также это может проявляться и на воспитателя, это может проявляться и на родителя, особенно на маме. Почему? Потому что у нас здесь происходит тот момент, что мама как бы бросила ребенка, да, оставила, и, естественно, гнев он может вымещать на ней. Следующее, четвертое, это положительные эмоции, противовес всем отрицательным эмоциям и главный включатель их. Они сравнимы только с рассветом, который возвещает нам о том, что ночь уже давно прошла на убыль, да, и приходит день. Обычно в первые дни адаптации положительные эмоции у нас не проявляются, да, или проявляются совсем немножко, когда ребенок как бы опьянен ориентировочной реакцией на прелесть новизны. Да? А если ребенок у нас любит что-то новое, то, соответственно, детский сад будет вызывать у него определенный восторг, определенные эмоции. И за счет этого у нас будут наши положительные эмоции. Да? Следующее – это у нас социальные контакты. Уже в 3 года ребенок обычно любит контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. Да? К
Коммуникабельность ребенка – это благо для успешного исхода адаптационного процесса. Если у нас ребенок коммуникабельный, то, естественно, адаптация у него будет проходить быстрее. Однако в первые дни нахождения в саду, в дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается возможность и свойство коммуникации, да, как только малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги адаптационного периода, да, все пойдет на убыль, и это будет важным шагом к завершению всего процесса адаптации. Да. Мы будем говорить, что коммуникация хорошая – это и показатель хорошей адаптации. Следующий момент – это у нас познавательная деятельность, обычный верный друг всех положительных эмоций, как и они. Познавательная деятельность, как правило, снижается и угасается на фоне стрессовых реакций. Да? Как говорится, что если вы будете что-то учить, да, и при этом ну, вас будет бить палкой, да, это вот как смена эмоций, да, вы, естественно, не будете ничего запоминать, у вас будет мысль о том, чтобы только вас не били этой палкой, да. Естественно, когда ребенок попадает в момент адаптации в стрессовую ситуацию, да, о каких-то познавательных функциях, о познавательной деятельности для него речи быть не может, да. Он думает, как бы побыстрее адаптироваться, как бы привыкнуть к этим ко всем моментам, чтобы ему стало легче хотя бы физически, да, адаптироваться. Следующее – это социальные навыки. Как я уже говорила, да, под влиянием стресса ребенок может растерять почти все навыки самообслуживания. Да. Это не значит, что он у нас никогда не будет делать этого в саду. Но от стрессовой ситуации он может забыть, как это делать, да, или может просто не хотеть. Да. Однако по мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива он вспоминает вдруг забытые им навыки, и при этом, когда у него уровень стресса начинает падать, он с легкостью усваивает новые уже навыки, которые ему предлагают. Следующий момент – это особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется речь, не прогрессирует, а начинает сменяться в сторону регресса. Да? Словарный запас начинает скудеть и на несколько ступенек вдруг опускается вниз. При разговоре могут употребляться облегченные слова, короткие, да? Либо слова, которые ребенок использовал до того, как его речь уже нормализовалась. Следующее, девятое, это двигательная активность. Сейчас немножечко отвлекусь. Давайте я сейчас договорю и потом просмотрю вопросики. Вопросики, пожалуйста, чтобы они не ушли в чате, в папочку «Вопросы». Следующее, девятое, это двигательная активность. Во время адаптационного процесса редко сохраняется двигательная активность в норме, да, она идет во все тяжкие, во все крайние, да, либо ребенок у нас становится заторможенным, либо наоборот гиперактивным, да. Следующее – это сон. Вначале сон отсутствует совсем. В тихий час малыш, как Ванька-встанька, его не успевают воспитатели уложить, как он уже сидит, начинает рыдать на кровати. Да? По мере привыкания к детскому саду ребенок начинает засыпать, но сон вряд ли можно назвать сном. Да? Опять же, что касается сна, если у нас ребенок хорошо спит в саду, то адаптация проходит довольно-таки успешно. Следующее, одиннадцатое, это аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит. Отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже малыш начинает впадать в другую крайность и ест не меньше, а наоборот больше, да, с волчьим аппетитом, как бы удовлетворить свои неудовлетворенные потребности в защите, да, он как бы едой начинает защищаться.
Что касаемо аппетита, тоже, если у нас у ребенка обычный стабильный аппетит, то, естественно, у нас адаптация проходит успешно. Но, опять же, я говорю, есть такие детки, которые в саду не кушают вообще. Во-первых, может быть, они не привыкли еще зачастую влияние родителей, да, но это не обязательно показатель плохой адаптации. Давайте немножечко отвлекусь на вопросы. Ну, смотрите, подскажите, если в период адаптации ребенок начал сильно кусаться, нужно работать с ним или эта норма пройдет самостоятельно? Смотрите, какой момент. С ребенком, естественно, работать надо, ему нужно объяснять, но по собственному опыту могу сказать, что ребенок не перестанет это делать, пока он не адаптируется, да? Ему нужно помогать адаптироваться, но отучить вот какого-то конкретного метода, что вот вы пальцем щелкнули, да, он перестал кусаться, этого не будет. Он должен, во-первых, ну, как бы понять, что это неправильно, а мы должны понять, опять же, почему он это делает, что является запуском, что является стрессором для него, что вызывает у него этот момент и что для чего он это делает. Если мы поймем, для чего он это делает и зачем он это делает, то, естественно, у нас мы сможем убрать этот фактор, и ребенок хорошо адаптируется к саду. С этим работать нужно, закрывать на это глаза. Ну, естественно, мы не закрываем, да, мы пытаемся понять, почему он это делает. Да, он это делает, потому что он адаптируется, он приспосабливается. Но какой именно момент вызывает у него желание укусить там себя или кого-то, да? Так, ну это вот я ответила на вопрос. Так. Все, ну давайте пойдем дальше. Это у нас критерии степени тяжести адаптации, да? Почему мы можем отслеживать, насколько хорошо адаптировался наш ребенок, да? Эмоциональное состояние малыша, да? Я уже сказала про эмоции, какие они могут быть и какие они должны переходить. Его отношения со сверстниками, но опять же, здесь необходимо обращать внимание на то, сколько сверстников для общения каждому малышу нужно, да? Если у нас ребенку нужен один сверстник, и он на протяжении всего, ну, как бы всей своей жизни до этого особо не общался со сверстниками, ему это не надо, ну, не является этой личной потребностью, да? То, естественно, это для него норма. А если ребенку нужно много сверстников для общения, но он общается с одним, то, естественно, адаптация у нас еще пока не прошла. А следующий момент. Отношения со взрослыми. Здесь то же самое, да? То, как он у нас общается, мы отмечаем, мы смотрим этот момент. Как я уже сказала, сон и аппетит – это тоже хороший показатель того, как ребенок адаптируется. И частота и длительность острых заболеваний. Но здесь тоже обращаем внимание на то, часто это болеющий ребенок или нет. Но в период адаптации мы все с вами знаем, что дети у нас начинают болеть чаще. У нас от стресса начинает снижаться иммунитет, и детки начинают болеть намного чаще. Необходимым условием успешной адаптации является согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и дошкольном учреждении. Да, здесь как бы и родители, и воспитатели, и администрация школы, да, работают на ребенка, работают на успешную адаптацию нашего ребенка. Единые требования родителей и педагогов, соблюдение распорядка дня, тщательный гигиенический уход, правильная организация самостоятельной деятельности и игр, занятий создают здоровую обстановку для формирования эмоционально уравновешенного поведения детей и успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения. Естественно, если у нас родители дома будут требовать от ребенка одно, а воспитатели по своим нормам начинают будут требовать другое, да, и здесь будет тот момент, естественно,
что он не будет понимать, что от него хотят, и вызовет еще дополнительный стресс, чего нам бы не хотелось. Сотрудничество родителей, администрации и воспитателей, да, предполагает психологическую адаптацию родителей к дошкольному учреждению, установление контакта родителей с педагогами дошкольного учреждения. Родители тоже у нас испытывают стресс. Они своего ребенка, который по большей части находился с ними 24 часа 7 дней в неделю, они отдают в детский сад. Тут тоже можно понять родителей. Да, особенно если ребенок эмоционально привязан, и у нас родители тоже должны адаптироваться к дошкольному образовательному учреждению. Они тоже должны понять у нас, что к чему. А следующее – презентацию программы воспитания и обучения, раскрытие содержания форм, способы работы с ребенком данного возраста. Здесь у нас родители должны понимать, что же воспитатель делает с детьми, начиная с 7 часов утра до 7 часов вечера, да, либо это у нас ребенок просто сидит в группе и играет, там перекладывает кубики, либо с ним действительно занимаются и ему там интересно. Также воспитатели должны обратить внимание на роль родителей в процессе коррекции, обучения и воспитания, подчеркивание их значимости в данном процессе. Здесь воспитатели должны донести тот момент, что родители должны участвовать в садовской жизни ребенка. Да? А не так, что у нас родители сдали ребенка в сад и забыли с 7 до 7 вечера. Да? Такого не должно быть. Родители должны участвовать в жизни ребенка. Следующий момент – это изучение психологической атмосферы в семье, выявление причин, которые могут вызвать сложности при адаптации ребенка. Это тоже немаловажно, да, я понимаю воспитателей, у которых 30 детей и того же самого психолога, у которого еще больше детей, но семьи, в которых могут возникнут проблемы при адаптации, мы должны выделять как бы заранее, да, чтобы не возникало проблем дальше. Потому что если адаптация начинает затягиваться, то, естественно, потом вернуть ребенка в нормальное состояние намного сложнее. Выяснение состояния здоровья малыша, изучение особенностей его развития. Да, я уже говорила о том, что если это часто болеющий ребенок или ребенок с особенностями развития, то, естественно, адаптация у него будет проходить немножечко по-другому. На это мы тоже должны обращать как свое внимание, так и внимание воспитателей, внимание родителей. Следующий момент, это касается по большей части психологов, да, помощи родителям в понимании своего малыша. Здесь мы должны родителям помочь и родителям объяснить, что малыш сейчас адаптируется к детскому саду, и он может вести себя немножечко не так, как обычно. Но, опять же, это не должно дойти до вседозволенности, да, то, что многие мамы воспринимают это так, как вот он бедный, естественно, ему плохо, и, естественно, я ему все буду позволять. Нет, этого не должно быть. Следующее – это формирование коллектива родителей с учетом возраста их детей. Да? А здесь родительский коллектив тоже должен быть сформирован точно так же, как и детский. При хорошем раскладе, да, это должен быть адекватный, хороший коллектив из родителей. Соответственно, тогда и дети будут формировать свой коллектив намного быстрее. Коррекционную работу, это уже если мы видим необходимость коррекционной работы, то, естественно, мы ее проводим. Что же должны сделать в дошкольном образовательном учреждении наши сотрудники? Да? Организация медико-психолого-педагогического сопровождения детей в период их подготовки и адаптации к пребыванию в дошкольном образовательном учреждении. Да? Что мы должны подготовить заранее? Да? Подготовка детей к поступлению в детский сад и прогнозирование адаптации к нему. Мы уже зная определенные моменты, да,
определенные, допустим, трудности какие-то ребенка, мы должны уже понимать, что нас ждет. А следующая организация жизнедеятельности детей в период адаптации, да, контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации и коррекция возникающих нарушений. Естественно, если мы видим какие-то нарушения, то мы начинаем их корректировать. Что касается об этапов адаптационного периода, да, я говорила, что первая группа детей проходит все три этапа, да, а начиная со второй группы детей, они начинают вторую и третью фазу, да, это то, что касается групп детей по уровням адаптации, о которых я говорила ранее. Давайте рассмотрим с вами этапы. Первое – это острая фаза, сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом и психическом статусе, может привести к снижению веса, более частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии. Фаза длится в среднем 1 месяц. Да, если это у нас длится 1 месяц, то мы еще это начинаем воспринимать как норму. Если больше, то, соответственно, мы интенсивнее работаем с этим ребенком. Следующее – это подострая фаза, характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического. По сравнению со средними возрастными нормами, да, фаза эта длится 3-5 месяцев. Да? Здесь у нас уже более плавно, да. И следующая, третья фаза – это фаза компенсации, характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии. Да? Но это не задержка как таковая, это у нас начинается регресс от стресса, извините. Степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода. Да, у нас есть несколько фаз. Первое – это у нас легкая адаптация. Поведение нормализуется в течение 10-15 дней. Ребенок, соответственно, норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения, да, дошкольного учреждения. Это у нас легкая адаптация, здесь у нас все проходит хорошо, замечательно, и работы, ну, практически только по подготовке, такой вот основной нет. Да? Адаптация средней тяжести, сдвиги нормализуются в течение месяца. Ребенок на короткое время теряет в весе, может наступить однократное заболевание длительностью 5-7 дней и есть признаки психического стресса. И последнее, третье, это у нас тяжелая адаптация, длится от 2 до 6 месяцев, да, ребенок часто болеет, теряет уже полученные навыки, может наступить как физическое, так и психическое истощение организма. А здесь у нас уже спустя 6 месяцев, как я уже сказала, стоит интенсивно начинать заниматься помощью ребенка в адаптации. Естественно, мы начинаем заниматься со средней тяжести, да, мы помогаем ему просто. Но если у нас уже это затягивается на полгода, да, на 6 месяцев, то здесь уделяем особое внимание. По мнению многих ученых, что оптимальным возрастом для поступления в дошкольное учреждение большинство специалистов, большинство исследований говорит о том, что это у нас должно быть учреждение большинства специалистов, да, извините, отвлеклась на чат, оптимальным возрастом у нас считается это 4 года. Да? Признаки затруднения адаптации. Давайте рассмотрим, да, что же может у нас затруднять нашу адаптацию. Для детей ясельного возраста, да, частые заболевания матери во время беременности. Как ни казалось бы, да, но у нас этот период, сама беременность влияет на многие факторы развития ребенка в дальнейшем. Да. Если мать болела, то, естественно, у нас иммунитет ребенка будет ослаблен, и это будет тоже влиять на нашу адаптацию. Несоответствие домашнего режима ясельному. Здесь, естественно, как рекомендация родителям, мы должны заранее предупредить родителей о том, что
мы должны режим как бы совмещать домашний и ясельный, он должен быть у нас одинаковым или хотя бы не сильно разниться, чтобы ребенок понимал, что от него хотят, да. А следующее, возраст ребенка от 9 до 18 месяцев. Это не совсем удачный возраст, когда мы детей отдаем в наши ясли, да. А следующий, токсикоз второй половины беременности у матери, асфиксия при рождении. Естественно, у нас здесь будут определенные моменты, определенные и соматические заболевания, да. Низкий культурный и образовательный уровень семьи или злоупотребление родителям алкоголем. Здесь, естественно, тоже это будет все влиять. А следующее – это конфликтные отношения между родителями. Почему этот момент у нас будет очень острым и почему он будет влиять? Потому что ребенок, будет как бы не понимать, у него стресс в семье, стресс в образовательном учреждении, естественно, ребенок у нас будет подвержен стрессу везде, ему негде будет выдохнуть и негде будет отдохнуть, да. Отставание ребенка в нервно-психическом развитии, а также многие исследования показывают о том, что искусственное вскармливание тоже влияет. Да, ну, естественно, рахит второй, третьей степени, или наличие каких-то хронических заболеваний, да, или же отклонений. Это вторая и третья группа здоровья. А следующий момент – это масса при рождении менее 2,5 кг и более 4 кг. И наше содержание гемоглобина, да, менее 116 по показателям. А это все может затруднять нашу адаптацию, да, в период ясельного возраста. От чего же зависит характер адаптации? Он зависит у нас от нескольких факторов. А для детей дошкольного возраста, что же у нас входит сюда? Это частые простудные заболевания. Частыми мы можем назвать заболевания более 4 раз в году, да? Неудовлетворительная адаптация к яслям. Если ребенок у нас плохо адаптировался к яслям, да, то он будет плохо адаптироваться уже и к саду. Следующее – это злоупотребление родителей алкоголем, конфликтные отношения между родителями и неправильное домашнее воспитание. Да. Какое неправильное – это либо вседозволенность, либо слишком зажатые рамки, да. Отсутствие или задержка освоения ролевых игр и навыков самообслуживания. Естественно, лучше бы, если ребенок пошел в сад, уже умея полностью обслуживать себя. Да? Следующий момент – это мужской пол ребенка. Мальчики все-таки адаптируются немножечко сложнее, чем девочки. Не все, это не 100% показатель, да? Но мальчикам, к сожалению, немножечко сложнее. Как я уже, да, сказала, что низкий культурный образовательный уровень семьи, осложнение в родах, да, масса тела и отклонение в физическом и психическом развитии. Ученые выделяют два основных критерия успешной адаптации. Да, если эти критерии у нас установились, да, то, соответственно, мы понимаем, что ребенок успешно адаптировался. Это внутренний комфорт, да, эмоциональная уверенность и внешняя адекватность поведения, да, способность легко и точно выполнить требования среды. Как я уже сказала, да, давайте быстро с вами повторим, что выделяют 4 основных фактора поведенческой адаптации. Это эмоциональное состояние, да, как эмоционально чувствует себя ребенок. Второе – это коммуникабельность, как он общается со взрослыми и с детьми, естественно. Дневной сон и аппетит, то, как он у нас кушает. Сейчас, минуточку. Следующий момент. Для формирования чувства уверенности, да, для того, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в коллективе, чтобы он уверенно чувствовал себя в саду, нам необходимо
знакомство и сближение детей между собой, да, знакомство с воспитателем, установление открытых доверительных отношений между воспитателями и детьми. Дети не должны у нас бояться воспитателя, он должен быть для них, ну, не совсем другом, а проводником, да, таким наставником. Следующий момент – это знакомство с группой. Да, ребенок должен знать, где игровая, спальня, комнаты, туалет и так далее. Да. А следующее – знакомство с детским садом. Такая небольшая экскурсия – это кухня, медкабинет, да, и так далее. Если есть актовый зал, бассейн и там спортивный зал и так далее. Также знакомство с педагогами и персоналом детского сада тоже необходимо познакомить детей, чтобы они знали, они, естественно, не запомнят, может быть, кто-то и запомнит, но не все, кто есть кто, да, но познакомить мы должны, чтобы ребенок понимал и был готовым к этому. Знакомство и дружба с детьми подготовительной группы к школе, да, с детками, которые у нас постарше. Знакомство с окружающим, то есть поведением детского сада, персоналом, детьми из других групп, да, организуется в форме развивающих игр. Проведение таких игр требует от взрослого выполнения определенных четких правил. Какие же это у нас правила? То есть мы в первые дни знакомим детей с детским садом. Да? Правило первое – это добровольность участия в игре. Если ребенок не хочет участвовать, то мы его силой, естественно, не тащим и не заставляем. Взрослый должен стать непосредственным участником игры, да, он не должен не указывать, что у нас делают дети, да, он играет вместе с детьми, да. Следующее – это многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего эффекта, да, то есть мы не один раз поиграли с ребенком, а мы постоянно начинаем, да, проводить, ну, не одну и ту же игру, а наши похожие игры. Мы их точно так же проводим. Да. Следующий момент – это у нас наглядный материал. Определенные игрушки, различные предметы, да, надо беречь, нельзя его превращать в обычный и всегда доступный. Детям должно быть интересно, они должны быть заинтересованы в этом материале, да. Взрослый не должен оценивать действия ребенка, слова такие типа «неверно», «не так» или «молодец», «правильно». А мы в момент игры, да, не используем, особенно в момент адаптации, чтобы не пугать, не стрессировать ребенка у нас лишний раз. Да? Какие же у нас адаптационные игры могут быть? Это у нас первое, игры у нас обучающие, да. Следующее – это у нас познавательные игры и проективные игры. Основные игры и основные задачи адаптационных игр. Что у нас должны выполнять наши адаптационные игры? Знакомство детей и их родителей с жизнедеятельностью дошкольного учреждения. Здесь мы знакомим, да, это может быть игра-квест и так далее. Выработка адаптационного стиля поведения, расширение опыта общения, так как внутри у нас дети естественно общаются, да, формирование стойкого интереса к общению со взрослыми и детьми. Здесь в момент игры дети должны понять, как они у нас общаются, да. Устранение беспокойства и боязливости, неизвестности в себе. Здесь у нас ребенок начинает постепенно привыкать к саду, и, естественно, у него начинает беспокойство угасать. Обучение взрослых оптимальным моделям взаимодействия с ребенком. Да, взрослых у нас тоже нужно учить, и, естественно, родители многие не умеют это делать, да, естественно, мы должны учить детей, учить родителей сотрудничать с детьми.
А что касается наших адаптационных игр, у нас игра длится 2-2,5 часа. А строится как ролевое проигрывание основных режимных моментов, проводимых в детском саду. Допустим, подъем детей, завтрак, прогулка, обед, дневной сон и уход домой. Да? А если ребенок проиграл эту ситуацию несколько раз, он будет дальше знать, что будет дальше в саду. Да? А некоторых моментов он будет ждать, некоторых не очень. Да, но при этом он будет понимать, что будет дальше. Соответственно, у нас уровень стресса будет снижаться. Следующий момент, какие же требования у нас есть. Игры должны быть фронтальными. Ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Да? Не должны быть слишком длительным, как я уже сказала, да, 2-2,5 часа. В игре должны использоваться копии реальных предметов, да, а не их заместители. А детям предлагаться должны одинаковые предметы, естественно, чтобы они у нас не спорили. И следующий момент, что у нас взрослый должен быть инициатором, да, этого момента. Следующее, что хотелось бы кратко вам рассказать, это рекомендации родителям по подготовке детей к детскому саду. Да? Что же должны сделать родители и воспитателям, и психологам желательно это донести до наших родителей. Следует обратить внимание, что режим питания и сна необходимо приблизить, да, к детскому саду. Об этом мы тоже говорим родителям, что это немаловажно. Следующий момент – это постепенно формировать навык общения ребенка со сверстниками. Не так, что он сразу у нас попал в группу, где у нас там 30 детей, ну там или 20 детей, да, а, соответственно, на детской площадке у нас ребенок может начинать постепенно общаться с детками, да. Также постепенно родителям необходимо для успешной адаптации в саду давать возможность ребенку самостоятельно учиться навыкам самообслуживания, да, чтобы ребенок уже что-то у нас умел. А также необходимы беседы, которые касаются у нас детского сада. Необходимо рассказать ребенку, что такое детский сад, почему туда ходят, да, и почему сам родитель хочет, чтобы ребенок у нас туда пошел. Проходя, допустим, мимо детского сада, можно говорить ребенку, что ему повезло, что ты будешь ходить сюда, да, и рассказывать родным не негативные моменты детского сада. Ребенок у нас, это вам кажется, что он не слышит, да, а в идеале он слышит и все слышит очень хорошо. Поэтому при разговоре с родственниками мы, естественно, говорим о том, что детский сад в присутствии малыша, да, это очень хорошо. Никаких негативных моментов у нас ребенок слышать не должен. Либо он у нас будет очень плохо адаптироваться или совсем не сможет адаптироваться. Психологи выявили четкую закономерность между развитием предметной деятельности и его привыканием к детскому саду. Легче всего адаптируются малыши, которые умеет длительно, разнообразно, сосредоточенно действовать с игрушками. Да? Впервые попав в ясли, они быстро откликаются на предложение поиграть и с интересом начинают исследовать новые игрушки. Да? А для ребенка, который умеет играть, не составит труда войти в контакт с любым взрослым. Да? Также родителям можно предложить разработать определенный ритуал прощания, да, когда вы отдаете его в группу. Ребенок тогда будет понимать, что пройдя этот ритуал, вот у нас получается, он прошел ритуал, значит, пора прощаться с мамой. И это будет эмоционально легче для него. Нужно помнить, что на привыкание многим детям может потребоваться до полугода. Да, естественно, здесь у нас этот момент мы должны обратить внимание и не требовать от ребенка невозможного. Да? Мы не должны требовать от него, что он через неделю с радостью у нас побежит в детский сад. Нет, ребенок должен привыкнуть, ему нужно дать на это время.
Также, как я уже говорила, да, родителям необходимо убедиться в собственной уверенности в том, что детский сад необходим. Как я уже сказала, если эмоционально родители не отпускают нашего ребенка, это главный фактор адаптации, да, эмоциональная момент, возможность эмоционально отпустить ребенка, касаемо это чаще всего мам, да, если мама эмоционально отпускает ребенка, то у него все хорошо, и он быстрее привыкает. А следующее, в присутствии ребенка избегать критических замечаний, да, как я уже говорила, в адрес сада. И примерно за неделю до посещения сада родителям необходимо предупредить ребенка о том, что он пойдет в сад, да, и эту неделю необходимо вести беседы для того, чтобы наш ребенок быстрее адаптировался к детскому саду, да. Но если есть вопросы, пожалуйста, в папочку «Вопросы», сейчас я ее просмотрю, да. И что касается сегодняшней нашей темы, у меня все, поэтому сейчас я просмотрю папочку «Вопросы». Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Если не успею сейчас ответить, ну, возможно, раньше отключусь, да, то я отвечу на них в чате. Пожалуйста, пишите в чат. Так. Ну, по вопросам, так, сейчас, минутку. Так. А ребенок какое-то время ходил нормально, теперь он кричит, не спит, что делать в этом случае? А смотрите, какой момент. Ну, необходимо, опять же, провести работу с ребенком, почему это случилось, и отметить тот момент, что явилось причиной, да, что подтолкнуло его и почему он не спит. Но, естественно, мы у ребенка спрашиваем это не в лоб, это у нас мы можем использовать методы игротерапии, методы сказкотерапии, да, то есть мы сочиняем сказку и при помощи проективных методов мы с вами выясняем, почему это произошло, да. Но и тот момент, что мы ребенка силой не заставляем, естественно, спать, потому что это вызывает наше применение силы, естественно, начинает вызывать определенный еще один стрессор, да, и за счет этого ребенку совершенно не будет возможности адаптироваться. Мы должны выяснить причину, как моменты, какие могут помочь у нас моменты выяснить эту причину, да, я уже сказала, игротерапия, сказкотерапия, либо рисование, да, точно так же составление, как я уже сказала, рассказов и сказок, да. Так. Смотрите, мать говорит, что ей пора на работу выходить, а ребенок не идет в группу. А здесь, скорее всего, вот этот вот момент, что мама хочет как бы быстрее, ну, не то, что избавиться от ребенка, я не хочу говорить об этом, но чтобы мама хочет, чтобы он быстрее адаптировался, да, вот этот момент вызывает у мамы негативные эмоции, и, соответственно, эти негативные эмоции у нас переходят на ребенка, да, нужно выяснить, и если есть возможность, пока не заставлять ребенка спать, если есть такая возможность, да. Так. Так, ну, насколько я вижу, так, ну, ко мне вопросов, насколько я вижу, больше нет, да, спасибо большое. А, так, вот все вижу, появились вопросы. Так, можно с собой ребенку в сад, любимое одеяло из дома, ну, одеяло, наверное, это слишком будет, да, но игрушку или бутылочку – это на первое время адаптации, это позволительно. Почему? Здесь, чтобы ребенок мог немножечко привыкнуть, да,
мы можем разрешить ему брать игрушку, да, бутылочку, но опять же должны быть такие моменты, что если это наша любимая игрушка, она ни в коем случае не должна остаться в саду. Это будет определенный стресс еще для ребенка, да, мы не должны забывать про наши любимые вещи, да. Если мы берем ее в сад, то мы ее и возвращаем, да, и только мы ее можем оставить в саду с полного согласия ребенка, да. Какие-то вещи, которые могут помочь ребенку, да, помнить, ну не то, что помнить, а чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя как дома, мы можем позволить взять в детский сад, да, это допустимо. Можно ли детям разрешать спать с игрушками? Смотрите, игрушки – это дополнительный момент, да, тот момент, что ребенок таким образом успокаивает себя. Ну, я не знаю, как мнение других психологов, но по моей практике это к плохому ничему не приводило, да. Поэтому, ну, с моей точки зрения, да, и почему нет. Так, ну, ко мне все, наверное, я на все вопросы ответила, да? Ну, давайте мы тогда, я благодарю вас, давайте завершим, да, наш вебинар. Благодарю вас за активное участие, за вопросы. Спасибо большое, что слушали. Надеюсь, что информация была полезной. Да, и мы ждем, когда у нас Татьяна Викторовна подключится, чтобы завершить наш... Минуточку, еще один вопрос. Как выяснить причину, когда ребенок не идет в сад, если ребенку 1,5 года и он не говорит? Смотрите, здесь у нас может быть, он не говорит, так, не идет в сад. Не идет в сад, опять же, что он не делает? Он не заходит в группу, он истерит. Что является причиной, насколько его там оставляли, да, как реагирует, опять же, мама на то, что она отдает ребенка в сад. Это все немаловажные моменты, да, мы должны выяснить мамино отношение, даже если она говорит, что я безумно хочу, чтобы ребенок ходил в сад. Нет, здесь по большей части у нас идет работа сначала с мамой, да, почему это происходит, да, а потом у нас идет работа с самим ребенком. Мы можем предложить ему там порисовать, да. Естественно, если ему 1,5 года, то есть детки, кто не говорит, да, он вам не расскажет. Здесь у нас работа идет с родителями в первую очередь. Здесь мы работаем с мамой. Так. Угу. Ну, давайте я завершу. Если какие-то вопросы будут, я отвечу на них в чате. И я сейчас в папочку «Вопросы» тоже напишу свою электронную почту. Если будут какие-то вопросы, не сразу, но в течение недели я отвечу на них. Пишите мне тогда на электронную почту, она будет в папочке «Вопросы». Ну, еще разочек хочу поблагодарить вас, что все-таки слушали, активно участвовали в сегодняшнем вебинаре. Всегда интересно вести. Сегодня тоже было очень интересно вести. И я жду Татьяну Викторовну для завершения вебинара. Большое спасибо сегодня за внимание.